Привет, друзья! Вы часто пишете мне в Instagram вопрос, какие монеты Украины стоят дорого, и присылаете алюминиевые 2 копейки 1994 года. Сейчас я вам покажу очень дорогую разновидность такой монеты. Именно она стоит больше 6000 гривен, и такую монету находили в обращении. Обязательно подпишитесь на канал, если вам интересно, какие монеты стоят дорого и интересные факты про предметы из прошлого. Обычные 2 копейки 1994 года выглядят вот так. Хоть данный номинал уже изъят из обращения, стоимость их из оборота примерно 5 гривен. Но если вы найдете в идеальном состоянии в штемпельном блеске, до 30 гривен, я видел, что люди покупали к себе в альбом в клубе коллекционеров. А вот это редкая и дорогая монета. Особенность кроется на аверсе монеты. Это там, где указано государство и герб. Мы видим двойной кант. Это получилось из-за того, что данный аверс чеканился штемпелем от 10 копеек 1994 года, а 10 копеек имеет меньший диаметр на 1 мм. И при такой чеканке появляется двойной кант. Эта монета очень редкая и дорогая. Давайте посмотрим ее на сайте Violity. За эту разновидность в сентябре этого года коллекционеры были готовы отдать 6000 гривен. И как мы сейчас видим, она не набрала резервной цены. Кстати, сейчас именно эта монета также на электронных торгах Violity. Ссылку на этот лот и раздел я оставлю в описании. Так что давайте подытожим. Проверьте свои 2 копейки 1994 года и проверьте, есть ли на них вот такой вот кант. Если есть, пишите мне в Instagram или выставляйте на электронные торги. А если видео было для вас полезным, поставьте лайк и поделитесь с одним человеком в соцсетях, в Вайбере, в Телеграм, в Фейсбук. Это поддержит мой канал, да и человек вам будет очень благодарен, если найдет редкую монету. Ну что ж, до встречи в новом видео, до встречи в четверг, пока!